Всем привет! С вами я, Лёва. И тут крестик. Что дайте? Почему? Потому что стреляю правильно. Сейчас покажу мой самый первый пистолет. Вот он. А по картинке вот. А если по картинке, вот. Вот такой вот красивенький. Снайперка называется. А вообще, я хотела вот такой вот хороший. С Орбисом. Вот такой вот эта вот штука. Рычажок подзаряжается. Это как в Майнкрафте двигаю. Вот пистолет, меч. И другие. Вот эти вот ненормальные. Нормальные. Ей вот так это. Тут. Тут. Ну, мы хотя можно назвать нормальным ружьем. Ну, половина. Половина. Ну, а это тоже половина. Так. Половина. Нормально. Нормально. Крутяно. Короче, это самый мой первый пистолет. Вот. Этот уже второй пистолет. Вот такой вот. Подзаряжается вот этой вот желтой штучкой. Сейчас покажу. Вот как-то. Ну, короче, подвигают ее. Как-то. Сейчас уже все. Короче, нам. Вот так вот. А потом стреляешь. Кто там? А пули есть какие? Есть еще одна коробочка. Только отваливается. Тут валялся. Кстати, вот он я. А я тут. Я вижу вас. И. Кстати, напишите в комментариях, где вы живете. Смотрите, как у нас красиво снег. Тут у нас нападал снег. Все так красиво. Школа светится. Бассейн, спортзал. Садик. Хлебные, кстати, там вот желтые магазины хлебные. Кстати, у нас перенесли уже. Там старый магазин уже давно закрыли. Визан. И другое там еще.
В общем, у нас уже осень. Точнее, уже прошла, потому что уже зима. Декабрь, 4 декабря. Ну, а в Африке уже лето. А когда у нас лето, у них зима. Понятно? Короче, у нас в городе красиво, особенно ночью. Снег светится голубой. А называется он... наш город Южноукраинск. Поняли? Короче, отходим. Хочется полюбоваться еще вот. Полюбуйтесь. Покажу весь обзор. Не спеши, я пойду в другую комнату. Тут все люди ходят еще. Потому что если бы лето, то бы сейчас было бы этот день. Кстати, у меня есть бинокль. Я днем всегда смотрю. Так, жаль, что еще нельзя приблизить. Так. Кстати, у нас в городе живут белки. Мы уже две их видели. Вот, вот тут вот, возле садика, на вот этом вот дереве, вот это вот. Вот, вот. Поскакала. Я так закричала на кошку. Там она, белка, уходила от кошки. Аж она... упала, когда бегала. Ну а белку, белка убежала со страха. И вот на вот этот вот орешник. Вот этот вот тоненький. Пошла. Ну а дальше я не знаю. Искали, короче, не нашли. И все. А на природе мы тоже нам нашли, когда была еще осень. И это. И было еще тепло. И были каникулы, кстати. И напишите в комментариях. Кто любит ходить на природу? Сказали? Написали? Так, ну я вижу одного мальчика на своем этом фотоаппарате. То, что один мальчик не подписался. Вот в этой машине. Какое сейчас едет? Плохая машина. Так, подпишись. Окна. А ну подпишись. О, знак молчания, знак согласия. Хорошо. Все. Ну а мы продолжаем. Иди в мою жизнь. Сегодня, кстати, скоро уже день рождения у Алены. Мама готовит для этого цветы. Будет делать пятерку, потому что розовый, желтый,
Танусом, желтый и белый, короче. Пятерка у нас там стоит. Так, вот это вот наша квартира. Папа не хотел сниматься, он скрывается. Вот это вот мы перевернули стол. А зачем? Вот тут вот пятерка или что? Да, пятерка сохнет. Еще пока не пятерка, а кусок картона. Вам посмотрите, какие коросты, да. У нас большие выборы. Еще мы садим уже эти семена. Подсолнух растет, но мы эти семена едим. Скажите, а вообще это полезно? У нас уже во селе они растут, только мы не ем ростки. Полезно, конечно. И даже без подсолнуха. Вот это вот росточки полезны. И ну, вкусные. Прямо сейчас их может слушать онлайн. Так, вот Лёва срывает росток и отправляет его в рот. Вот так вот. Вкусно. Так что это безопасно и даже полезно. Кстати, у нас тут висит синица. У меня такое прозвище — Синица Лев. Потому что эта синица призывала меня. Синица Лев. Вот что мой мяч, форма, рюкзак, батарейки, а точнее кладовка. Или еще что-то. Так. Кто не подписался на Левинка, тому я карате покажу. Третье место. Это по карате учусь. Тут это семидо, грамота. Так, а вот тут вот, вот это мой учитель Шихан. Тут вот, и вот на руке тут шрам большой был когда-то. Был шрам. Вот тут вот была бородавочка. А вот тут была тоже бородавочка две. А у меня тоже была бородавочка. Ну, уже давно пошла. Синица, лев, хио, птиши, 7 до 20 килограмм. Николаево. Было. Дома вот это вот мои кубки. Первый вот этот самый был. Первый это он. Первое место было в Николаеве. Там по Киокушину. Жаль, что только пластмассовые. Больше гнёса. Или железо. Больше гнёса. Нет, железо. Здесь что не золото. Мы могли бы продать. Короче, дрался. Надо было два раза по голове. Такой вот самый первый. Второе место. Одесса. Вот где у нас какие-то непонятные мама видит. А еще такой вот красивый кубок. Юные самураи. Короче, второй кубок.
Вот это вот был третий кубок. Третье место. Он уже почти составился. Считается. Куда конечно? Конечно, так. И кубик. А точнее уже нет. Боже. Залипал свои глаза. Блин, пылю. Ну вот это самый последний. Это было, когда было дико. Эй, я дядюшка! Акция, акция! Крем продается. Ха-ха-ха. Потерлица. Потерлица крем для всех. Крем белый. Все покрасить белый. Все красиво делаем. Выковали сами. Сами нам из этого камня. Вот тут мне точно помощь стоит. И когда поставил, сломался, потому что он, когда мы ехали, шаталось все. Так, вот и футболка. Вторая. Дерево. И третье место. Акция, акция! Новый год! И знаете что? У меня есть канал. Я снимаю «Привет, сосед». Еще кого-то там. Королей. И... Майнкрафт, где дельфины. И... Вот еще что. Остальное я не помню разве. Это же... Короче, смотрите, вот снимаю. Вот первое доказательство. Короли. Вот тут я золото у меня добываю. Желтый сундука. И, кстати, у меня уже есть, знаете, какой? Скелет. Это чувак. Шлем. И, кстати, странно. Тут чел его тут голый. Он шел в тросиках. И короче. Смеется даже. Странно. Короче, напиши. Смотри-ка. Все эти статьи из-за этого фонарика. Ну что там он там светит. Делается вот так вот. Угу. А точнее из-за этого. Маша. Разные фонари. Вечерний, утренний, ночной. Вот это вечерний такой вот. Собрать уроки. Короче, если понравилось видео, ставьте лайк.
А кому не нравится, дизлайк. Лучше лайки. Лайк. И всем до свидания. Пока-пока. Па-па-па-па. Па-па-па-па. Пам-пам. Па-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Па-п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 а